Али Александрович Карманов с августа 2022 года работает газоспасателем поисково-спасательного отряда «Мособлпошспас». Некогда мастер-приемщик автосервиса посвятил себя спасению людей. Про таких говорят: пришел в профессию по зову сердца. По счастливой случайности именно он оказался в первой Одинцовской поликлинике в момент возгорания 14 июня. Сработала сигнализация пожарная. Я попросил всех покинуть помещение, а сам отправился к охране выяснять, где пожар произошел. В это время Али как раз находился в помещении, но в качестве пациента. Он обратился с болью в ноге. Вспоминая события того дня, говорит, что и мысли не было поступить по-другому. Посмотрели, получается, на щите, где возгорание произошло, выдвинулись на место. По пути взял огнетушитель, там был пожарный пост. Спустились вниз, там задымлено уже помещение было. В подвальном помещении Али увидел женщину, которую вывел на улицу. А затем, вернувшись в здание, обнаружил источник возгорания, который успешно ликвидировал до приезда пожарных. Глава округа Андрей Иванов специально посетил пожарную часть, чтобы пожать руку герою и вручить благодарственное письмо. Вы действовали решительно, правильно, прямо как настоящий профессионал. И, конечно, наверное, в этом есть божественное какое-то провидение, что в тот нужный для всех нас момент вы оказались в поликлинике. Героями не рождаются, ими становятся. И главное, что они есть среди нас. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».